Вы лучшая из общин для человечества. Вы приносите пользу другим. Было два человека. Один из них работал с мусульманином какое-то время, и он сказал: «Ты мусульманин, оставайся твердым в своей религии. Не верь этой пропаганде в новостях, нашей пропаганде, не верь ей. Я знаю, мусульман, я знаю тебя». У второго было несколько соседей мусульман. Эти мусульмане много шумели и беспокоили его. Он ненавидел ислам и сказал: «Остерегайтесь ислама, никому не следует приближаться к исламу». Такая разница в их взглядах вследствие поведения самих мусульман. Если они будут сиять красотой своего поведения, то преодолеют обманчивую пропаганду.